Добрый день, друзья! Прошлой ночью в Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника выпускников школ «Алые паруса». Репетировал проход по Неве парусник с алыми парусами. Советский и российский праздник впервые состоялся в Ленинграде в 1968 году. Его проводили и проводят в пик белых ночей, когда в северной столице самые длинные дни, а ночи практически нет. Только легкие сумерки на пару часов опускаются на город. Через 10 лет выпускной вечер в городе праздновали уже без корабля. И только в 2005 году праздник «Алые паруса» возродился и стал самым популярным в городе. В его программу входят также большой концерт на Дворцовой площади, театрализованное шоу и праздничный салют. Специально для этого праздника Санкт-Петербургом был приобретен брик «Россия». Во время прохода парусника по Неве звучит музыка исключительно русских композиторов. Купить билеты на «Алые паруса» нельзя. Вход на Дворцовую набережную только по пригласительным билетам, которые получают выпускники школ Санкт-Петербурга и лучшие учащиеся со всей России. Но есть возможность увидеть праздник с других набережных Невы, прилегающих к этому участку реки. Или вот так побывать на репетиции. Сегодня и вы сможете увидеть этот прекрасный парусник, олицетворяющий мечту, надежду и веру. Вдруг все затихло, салют прекратился, городу гимн заиграл на Неве. Плавно и гордо плывя появился брик с парусами на тихой воде. С алыми цвета зари парусами брик проплывает при свете огней. Мы понимаем, он прибыл за нами, и, уплывая, мы станем взрослей. Бал выпускников признали лучшим в мире несколько авторитетных организаций. Так, в 2020 году «Алые паруса» завоевали 5 наград, 4 золота и серебро. В 2021 году проект стал победителем международной независимой премии среди организаторов мероприятий.